Существуют будто бы на свете такие люди, которые полное право имеют совершать преступления. Здрасте, я Раскольников, студент, помните? Хочу напомнить, что есть черта, переступать которую нельзя. Чего надо? Я у вас месяц назад был, кольцо закладывал. Я бы эту подлую старуху убил и ограбил. Замолчи, я тебя убью. Это меня ты убьешь? А если я правда сделаю, то... Неужели решился? И куда ты собрался? Я часы иду заложить. Мне надо еды купить. Боитесь меня? На? Вы просто не знаете этого человека. Мне нужен ствол. Думаете, не выстрелю? Ты же будешь меня любить, как прежде. Чтобы про меня не говорили. Кажется, вы заявили, что он гений. Его подозревают. Вы хотите в чем-то признаться? Что, если я убил? Старуху-проценщицу я убил! Ты че? А я, может, тоже умереть хочу? Тварь ли я дрожащая? Или я... А вот мы и посмотрим теперь, кто я.